Девчонки, всем привет! Сегодня я решила заснять домашний влог. Это я проводила небольшое голосование в своей группе. Ссылка на нее будет, как всегда, в описании. Ну, а вы начинайте смотреть мой влог. У нас произошла небольшая перестановочка. Вот, теперь мои куколки стоят в углу. А мое кресло стоит вот здесь. И вот мой телевизор. Там идет, короче, история игрушек. Я смотрела миллион раз, меня просто набесит уже, честное слово, показывают каждый раз. Я думаю, не перестанут показывать. Ну, все-таки я предпочитаю планшет. Вот. И пока мои девчонки спят, я развлекаюсь, смотрю видео всякие в Ютубе. Просто сижу в соцсетях. Ну что ж, сейчас мне нужно сделать смесь, так как малышки уже начинают там дергаться, что-то им мешает уже. Надоело спать. Сейчас я сделаю молочко. Это бриани побольше, потому что она перед сном вообще ничего не ела. Вот оричная бутылочка. Я не буду делать, тут теплое молочко. Вот, встряхнуть, сболтнуть. И, в принципе, все готово. Оричное молочко сделано. Сейчас бриани сделаем порцию побольше. И также я приобрела новую смесь. Вот. Тут была мерная ложечка. Это большой плюс, потому что я очень давно мечтала о такой. Так как, когда я покупала смесь, то там не было ничего. Просто, знаете, в коробочке и все. Вот. А тут еще и добавок это. По-моему, я тогда сухое молоко покупала, не смесь. Ну, в принципе, сейчас не об этом, так что сейчас я буду делать молочко. Так, у нас, по-моему, уже кто-то проснулся. Так, сейчас вот у нас тут молочко есть уже готовое для Брианы и для Ариши. Здесь немножко желтоватое, так как это вообще, по идее, кондиционер для белья. Кто не знает, то можно так использовать. Это считается за вечное молочко. Вот еще могу снять несколько способов о том, как сделать молочко для куклы. Всякие разные. То есть можете писать в комментариях, либо просто ставьте лайки. Наберется более 200 лайков, то, конечно же, я вам засниму. Ну что, кто-то тут у нас проснулся. Кушать я хотела, да? Вот ничего не поела. Вообще отказывалась кушать напрочь. И вот сейчас захотела, да? Проснулась. Слава богу, что еще Ариша спит. Хотя должно уже не вставать у меня. Иначе режим попортится, да? Вот мы уже на пеленальном столике кушаем тут. Ариша пока спит у нас. Вот. Ну, пусть спит дальше. Да, мы кушать будем сейчас. Вот у нас там стоит присыпка и оришное молочко. Присыпка у нас стоит то, что я ночью вставала, меняла памперс Бриане. Вот, и у нас тут висят комбинезончики наши, в которых мы периодически ложимся спать. Да, вот такие вот они у нас там висят. И, в принципе, пока больше нечего сказать. Нужно сделать сюда такую штучку, иначе переворачиваться будет и все падать, да? Точнее, не все падать, а будет падать у нас либо Ариша, либо Бриана. Так что скоро нужно подстраховаться, сделать более-менее что-то жестче, а точнее даже мягче. Вот. Ну, я думаю, хватит нам уже кушать, да? Да и что-то Бриана не особо-то хочет кушать у нас. Не знаю, зачем проснулась. Наверное, хочет поменять, чтобы ей памперс, да? Тогда мы сейчас ей будем памперс менять. Так, сейчас берем все. У меня, блин, памперс. Да?
уже заплыла, скажем. Один, адрес, вот, давай. Я немножко подъем, как бы, сейчас, если что, нос заложил. Вот, начинаю помыть. Вот, конец каникулов. Каникул. Вчера, по идее, должна была заснять домашний блог, но так как у меня была ротация и так далее, то я уже не стала снимать, как, не знаю, что-то не так, не та атмосфера была. Вот. Вчера у меня, в принципе, времени не было, я все занята мини-рекордами. Вот, скоро будут продажи у меня малыши. И можно будет приобрести. Только я пока не знаю, когда я точно это делаю, но, по крайней мере, я думаю, завтра я видео смогу выложить, хотя вот что-то не видно. Я не тороплюсь с продажей, так как мне лично пока все равно. Вот, и по идее должна была подыскать мастера, чтобы тот мог отрекламировать мою Риану. Тут маленькую девочку совсем маленькую снятила. Но пока я мастера не дошла, ну... И мини-реборн я пока не подойду еще, так как мне сначала нужно отрибать на пиано, а затем уже придумать что-то с мини-реборн. Ну что ж, я не пойду сейчас писать, мне это играться. Что ж, вот мы играемся уже с Брианочкой, да? Ей очень нравятся вот эти вот шуршалочки. Не зря все-таки нам мастер отправил вот эти вот игрушечки, две штуки. Они пришли вместе с Брианой. Да? Вот, американская мамочка у Брианы была. Сейчас русская, да? Вот. Я не знаю, мне кажется, что у Брианы я покупала с рук, так как там не было ничего такого написано, что типа она с рук, либо новая. Вот, мне кажется, все-таки с рук. Ну, на самом деле, мне все равно. Лично мне нравится ее молд, так как он очень так мило расписан. Вот я видела молды, которые расписаны под для того молда, то мне вот очень не нравится. Прям такие, знаете, пафосные лица, такие сжатые все. Вот, у Брианочки какой-то он, не знаю, такое милое, что ли. Вот, поэтому я не покупала у русских. Я надеюсь, распишут мне ее нормально. Вот. Но пока Брианочка у меня играет. Вот. Кажется, кто-то у нас проснулся. Кто это у нас тут одеялка кушать стал, а? Проголодалась у нас Ариша, да? Соску выплюнула. Сейчас пойдем на пеленальный стол. Я Брианочку пока пересажу в ее кроватку. Тут надо немножко тоже прибраться. Да? Вот так вот у нас тут игрушечки висят, чтобы, по крайней мере, как-то успокаивала Аришу. Аришенька у меня теперь спит всегда в этой автолюльке, так как у нее ножки не сильно торчат. Вот. Так как вообще мне делали эту автолюльку под размер Ариш, потому что в то время у меня еще не было Брианы. Но я не переживала насчет этого, потому что я была уверена, что она все равно в любом случае сюда влезет. Ну, и пойдемте уже на пеленальный столик. Сейчас будем кормить Аришу. Уже сидим лежим на пеленальном столике. Кушаем свое молочко. Да? Брианочка пока играет в своей кроватке, чтобы не мешаться тут, так как пеленальный стол у нас не такой большой. Вот. Как вы, наверное, могли заметить, в некоторых видео я показывала его. Да? Вот такое вот у нас вкусное молочко. Ариша его пьет с удовольствием. У Ариши, по-моему, памперс еще нормальный. Так как я его недавно меняла, совсем-совсем недавно. Бриане я, по-моему, даже не меняла его. Так что вот такая вот я невнимательная. Сейчас Ариша докушает, я пойду помою бутылочки. Пошла помою бутылочки. Бутылочку, точнее, вот. И покажу вам сейчас, что делает у меня Ариша с Брианой. Вот они, мои хорошенькие, играются. Ариша в своей автолюльке, вот, а Брианочка у меня в кроватке играет.
Ну что ж, они уже поиграли около часа где-то, я поделала свои дела. Вот, и сейчас буду их переодевать уже ко сну. Вот, и ну сейчас мы переоденемся, поиграем во что-нибудь, только потом ляжем спать, так как они недавно проснулись, навряд ли они захотят еще спать, ложиться. Вот такую вот сосочку. Дома очень жарко, и поэтому я не хочу их сильно одевать, тепло, вот, поэтому так любенько, носочки и футболочка беленькая, такая вот. И также чуть ли не забыла, повязочка, ее едва видно, потому что пеленка белая лежит, и сама она практически вся белая. Вот такая вот повязочка, сделала сама ее. А затем будем смотреть мультики либо что-нибудь еще. Так как делать, я сейчас не буду ничего. Как всегда, моя большая-большая проблема. Не знаю, чем заняться. Вот. Сейчас мы одеваем футболочку. Вот. Она нам в этих местах немножко маловато оказалась. Ну, ничего страшного, в принципе, по росту ее она совпадает. Просто я не знаю, почему тут рукава такие сделали неудобные. Она, в принципе, даже очень хорошо. По идее, мне очень даже понравились эти балеточки. Вот, будем ждать лета, гулять в них, ходить. Так как пляночка у меня появилась в середине лета, потом практически вот я улетела отдыхать в Турцию. Ну вот, мы уже оделись с такой повязочкой. Правда, она здесь немножко не подходит, ничего страшного. Да? Вот мы тут все сидим вместе. Даже Джейсика к нам пришла, да? Иди ко мне сюда, Джейси. Джейсичка. Также Дрианочка у меня тут сидит, вот она, да. На этом было все, я думаю, вам понравился мой домашний влог, и вы поставите пальчик вверх, подпишитесь на канал. На этом было все, всем пока!